к рациональному использованию ресурсов, бережливости во всех областях народного хозяйства призывают решения партии. Анатолий Егорович Фадеев, начальник цеха Великолукского мебельного комбината номер 10, один из инициаторов поиска новых резервов экономии на производстве. Он удостоен серебряной медали ВДНХ за рациональное использование сырья и лесоматериалов. По предложению рационализаторов предприятия, в цехе номер 2 организованы специальные участки. То, что прежде уходило в отходы, обрезки плит, короткие куски фанеры, превращаются здесь в добротный материал для изготовления мебели. Средства, сэкономленные в цехах комбината только за 6 месяцев этого года, позволили выпустить дополнительно к плану 180 таких мебельных гарнитуров «Каравелла-2».